Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. В отношении вора в законе Тимураза Фараяна, более известного в криминальных кругах как Тек Тбилисский, возбуждено уголовное дело по статье 210.1. Как стало известно, ВЧК ОГПУ вору в законе Тимуразу Фараяну Тека вручили черную метку с воровской статьей 210.1 УК РФ. По данным оперативников ГУР, тбилисский бандит уже долгое время управляет российскими криминальными схемами, участвует в воровских сходках, где решает неотложные проблемы с преступным бизнесом. Его связывают с так называемым Хасановским кланом. Сфера влияния Тека – московские централы и тюрьмы Татарстана. Он сам несколько лет назад побывал за решеткой по статье 228 за хранение героина, а сразу после отсидки в 2018 году полностью сменил свои паспортные данные, пытаясь легализоваться. Сейчас он не Тимураз Шалвович Фараян, а Измайлов Яков Михайлович. Под таким именем он спокойно жил в России до недавнего времени. Теперь по возбужденному в отношении Тека делу ему грозит более чем серьезный срок. Воровская статья предусматривает до 15 лет заключения. В ближайшее время преступного авторитета объявят в розыск. Вор в законе Тимураз Фараян, более известный в криминальных кругах как Тека. Тимураз Шалвович Фараян родился 4 июля 1973 года в Тбилиси. Юному грузину только недавно исполнилось 18 лет, когда по приговору суда столицы, вынесенному в сентябре 1991 года, он уже был осужден на 1 год лишения свободы за незаконное владение оружием. О том, где Фараян отбывал данное наказание, ничего не известно. Скорее всего, за решетку он просто не оправился. Воровская корона и судьбы короновавших. Однако это вовсе не помешало ему уже на следующий год, незадолго до своего дня рождения, получить в Тбилиси воровскую корону при подходе Лола Тбилисского, Хачатуров Лола и Дата Джапаридзе Дата. На сегодняшний день, правда, оба крестных отца уже отправились в мир иной. Лола почил еще в 1997 году, а Дата был застрелен в Суздале в марте 2003 года. 2 задержания за 1 год. В 1993 году Тека, как его прозвали в уголовном мире, попадал в руки правоохранителей 2 раза и 2 раза по одной и той же наркотической статье. Сначала это произошло в марте, и Тимураз даже успел немного посидеть в тбилисском СИЗО-1. Второй раз задержание проводилось в декабре, но скорее всего ничем особенным для Фараяна так и не закончилось. Первая несостоявшаяся сходка – Никопол. Очевидно, Тека надоели эти грузинские задержания, или с возрастом ему стало уже тесно в Грузии, но в следующий раз его задержали уже в городе Шахты Ростовской области РФ. В тот день, 10 января 1998 года, в ресторане Никопол намечалась воровская сходка, инициатором которой стал сам дед Хасан, или как его еще называют, Аслан Стукач, Усаян Аслан. Предполагалось тогда рассмотреть ряд животрепещущих вопросов, в частности взаимоотношения дедушки и некоторых других воров. Делегации прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Татарстана, Северной Осетии. Однако правоохранители пресекли столь масштабное действо, задержав до выяснения обстоятельств всех присутствующих, а их в тот день оказалось немало, около 100 человек. Спустя некоторое время большую часть задержанных отпустили, оставив только тех, кто числился в розыске, а уже таких оказалось около 20 человек. Вторая несостоявшаяся сходка – «Разгуляй». В августе 1999 года Тека снова прибыл на сходку, которая должна была происходить, на сей раз в Москве, в ресторане «Разгуляй». Но и тот день оказался не особо удачным для воров и вполне себе богатым на улов для милиции. Сходка снова была пресечена, а ее участники задержаны. Помимо Фараяна, в руки правоохранителей тогда угодили Миха Слепой, Цинцадзе, Костя Канский, Найбауэр Костя, Гамлет Нижегородский, Гамлевский и Роланд Кутаиский, Чиквоидзе. Очевидно, вопросами, которые правоохранители так и не дали тогда обсудить собравшимся, были как некоторые неразрешенные конфликты, так и перспектива коронации Кости Канского. Но поскольку у задержанных при себе не оказалось совсем ничего противозаконного, всех пришлось отпустить.
Кстати, обрусевший немец Костя, корону свою таки получил, но это случилось уже в январе 2000 года. Но на небольшой и малозначительной московской сходке по этому поводу, из присутствовавших годом ранее был только Тимураз. Остальными крестными отцами 34-летнего Константина Фридриховича стали Владимир Баркалов, блондин, Лаша Джалагуа, Лаша Гагринский, Маис Карапетян, Маис Кировоканский, Олег Михаилян, Олежка Ашхабадский и Давид Панчвидзе, Панче. Третья несостоявшаяся сходка – отдых. Очередная масштабная сходка, на которой присутствовал Фараян, должна была пройти во Фрязино, в кафе «Отдых», в июле 2001 года. Инициатором встречи выступил Алхаз, Агрба Алхаз, а предлогом собраться стал день рождения у одного из воровских потомков. На сходке, в первую очередь, предполагалось обсудить перераспределение сфер влияния, а также некоторые назревшие проблемы между славянами и кавказцами. Однако появление оперативников РУБОПа, как всегда, свело все на нет. Но только у троих задержанных, в том числе и у Алхаза, при себе оказались наркотические вещества, упрятанные в носки. Всех остальных пришлось отпустить, поскольку эти, уже опытные воры, ничего противозаконного с собой не взяли. Видимо, не желая больше сорванных мероприятий, в начале марта 2003 года ТЭКа, без особо крупных сходок по этому поводу, стал крестным отцом Гуджи Кутаиского, Туркадзе, а почти неделю спустя еще и Ветлага, Васин. Бог любит троицу или нет? В феврале 2004 года Фараян был задержан в Москве сотрудниками ОВД «Пресненский». При обыске у него обнаружены наркотические вещества. Однако по решению Пресненского суда дело было закрыто и за решетку ТЭКа так и не угодил. В 2005 году также было задержание, но всего лишь профилактическое. В марте 2006 года Фараян снова был задержан и снова с наркотиками. Вместе с ним задержали Вову Питерского, Глазнев. И Забаву, Забавин. В этот раз ТЭКа повезло уже меньше, Пресненский суд осудил его на 3,5 года, правда условно. Четвертая несостоявшаяся сходка – «Золотой подсолнух». В марте 2009 года Тимураз снова отправился на сходку, которая намечалась в московском ресторане «Золотой подсолнух». В этот раз на повестке дня стоял вопрос о перераспределении областей влияния на Покровской плодово-овощной базе. Участниками заседания, помимо Фараяна, должны были также стать Годжи Исмальский, он же Бакинский, Гамидов, Дадашнов Ханинский, Ибрагимов, Мамед Масалинский, Гусейнов и Юсуф Шамхорский, Алиев. Но как будто злой рок тяготел, над ТЭКа очередная сходка с его участием вновь была пресечена правоохранителями. Но если у Годжи обнаружили наркотики, а Юсуф оказался в международном розыске за ряд преступлений и имел при себе поддельные документы, то в отношении остальных проверка для выяснения законности их нахождения на территории России растянулась на более продолжительный срок. Очевидно, за ТЭКа ничего криминального не числилось, поэтому его вскоре отпустили. Впоследствии его еще несколько раз задерживали, в течение одного только 2009 года, но особых последствий для законника эти задержания не имели. Наконец-то село вот в сентябре 2010 года у Фараяна появился реальный шанс на несколько лет распрощаться с волей вольную его задержали на Волгоградском проспекте, почти с 5 граммами героина. Оглашение приговора ТЭКа дожидался в татарстанском СИЗО 7 Капотня. И лишь в феврале 2011 года Кузьминский суд Москвы приговорил Тимураза Фараяна к 4 годам общего режима. Сначала ТЭКа отбывал наказание в ИК-2 города Казани, а после в СТ-3 тюрьмы Балашова Саратовской области, откуда и освободился в сентябре 2014 года, отбыв весь срок. Очередные несостоявшиеся сходки спустя 15 дней после освобождения, Фараян отправился на очередную московскую сходку в бильярдный клуб на Мичуринском проспекте. Мероприятие проходило под видом празднования дня рождения одного из присутствовавших на ней законников. Понятное и уже ни для кого не удивительное дело, что она была пресечена правоохранителями. Правда, особых последствий для ТЭКа встреча со стражами порядка не имела, в отличие от некоторых других гостей самого именинника. А в январе 2015 года Фараян посетил еще одну сходку, чтобы обсудить с другими дедовскими положения, сложившиеся в Казани.
и снова собравшиеся, оказались в руках борцов с организованной преступностью. Правда, эта встреча так и не была документально оформлена. И снова сел из-за наркотиков. В июне того же года Тимураза опять поймали с героином. На этот раз вещества оказалось меньше всего около 3 грамм. В итоге он получил 3 года особого режима и, как и в прошлый раз, отбыл срок полностью. Сначала Тека находился в Вологодской области, затем в Мурманском СИЗО-1, а также в исправительных учреждениях Рязанской и Челябинской областей. В июне 2018 года Фараян снова оказался на свободе, однако в декабре снова был задержан правоохранителями. Правда, только в качестве профилактики. О том, как дальше складывается его судьба, видимо, можно будет узнать из новостей о новых сорванных сходках.